А, это а может в разные тимы перейдем, как бы против друг друга? Ладно, ну, да, сейчас. Надо как-то по войсам. Вы пока там разбираетесь, первенство не у меня все равно. Пашань. Давайте, я сейчас все сделаю. Давай. А Пашань. Мне нравится, а мне нравится, давай так. Пашань. О, боже, давайте, давайте не будем, ладно? Да и ладно, попадется, ладно. Не попадется. Пашань, а здорово. Я переместила нас, если что, так что, ребят. Ну, понятно. Если что... Да нет. Пау-пау, с нами. Да, за нами. Я Вику тоже пере... Они за нами в этот же дом летят. Я знаю. Точно в этот же? Да, вроде, по крайней мере, я пока. Я вылетела из здания. Правильно. Я Шурган... Нет, они в другое. Я Шурган тоже нашла. Я на третьем этаже, там никого нету. Давай. Я нашел машинку. Я иду к тебе, Паш. Пользуйся, Паш. Будь с машиной, будь с Пашей. Будь с машиной. Я нашла речарджер. Речарджер? Рычать будешь? Очень смешно. Ой, что там? На втором этаже. И вон там тело. Сейчас, подождите. Блин, что случилось с игрой? Ау. Да, ничего нового. Лагает, где да? Где они? На втором этаже? На втором этаже. Были. На втором этаже. Сейчас не знаю. Пытаюсь увидеть. Ага, вижу. Я не вижу. Пытаюсь. Вот бегает на первом этаже. Да, что-то стреляет там. Не могу. Он перебежал гитары, в этот дом. Гитару аккуратнее. Я понимаю, у меня шутка. Надь, мы уходим. Я пока никуда не хожу. Куда? Уходите, уходите. Ох, ё-моё, тут зона такая веселая, ребят. Иду к вам. Тыкните метку, если их увидите. Я просто... Меня стреляет. Это там, на втором этаже что-то сейчас пролетело. Синяя метка. Ищите... Я предлагаю вам поменять позицию, искать лут. Блин, вот это... они, короче. Потому что они сейчас будут лутаться и искать лут. Блин, это зона еще отвратительного цвета. Блин, я не могу, они сюда кидают. Я боюсь перебегать, блин. Ребят. А по заданиям перебегай, просто перекатывай. За зданием стали стороны. Я так же перешел. Я перешел, они даже не стреляли по мне. Сейчас. Прыжки зарядят. Вот эта зона такой цвет отвратительный. Да, я вообще из-за нее ничего не вижу. Вот я говорю то же самое. Так, что тут есть? Да? Да, отвратительный цвет у этой зоны почему-то, которая гравитационная. Блин, ребят, я вижу, что они продолжают туда кидать. Они что-то стреляют, продолжают, ну. Не знаю, я им там по приколу кинул что-то. Ну пофиг, Надь, просто иди. Откуда они стреляют? Надь, Валя. Через здание... Я качусь! Я качусь! Дарда. Мне опять в квартире холодрыга. Да, соглашусь. С Марта. Я дрожу, как банный лист. На ветру. На ветру? На ветру? Я так что сказала. Вот просто... Там дроп. Сегодня в автобусе еду, солнце светит, мне жарко, я умираю. Что? Захожу домой, холодно. У меня мех готова. Кто-то сел? Нас тоже. А, я да, берем. Мы сели. А ты что, по что сядешь ты, Рэй? Можно пульсар. Блин, ну ладно. А, черт, прости. Ну ладно. Да, тебе прям так жалко. Ну, ладно, единственное, на чем я нормально играю. Опа. Откуда стреляют? Ну, там еще склад. Вот кто-то стрелял, да. Куда оттуда стрельба идет? Да, блин, идет. Я не смогла прыгнуть. Да, вон да, там. Там. Ребят, тут люди. Я стараюсь прыгнуть до вас. Под этой. Блин. Там, короче, прям на земле они вышли. Нокнул одного. Вон там. Молодец. Валяется. Надо добивать. Не вижу. А вот к нему бежит кто-то. К нему бежит. Нокнул второго. Отлично. Добиваем. Третий сейчас к ним прибежит. Третьего разносим. Надя, прикрывай нас. Я пытаюсь. Вон они все внутри. Опа. Третий идет к ним. Убил? Да, одна минус. Второй. Ой, где? Блин, кровь-то где? Зона. Кровь. Ладно, давайте попробуем попалить немного. Второй у меня вот здесь. Вижу. Мех усел. Вижу. Он за домом. Второй меха. Машинка. Где? Я мало о! Что? Машинка. Я знаю, убиваю. Другой склад.
другой склад. Пофиг, убиваем. Крючок в здании. Я не смогла прыгнуть, поверь. Один на крыше здесь. Я знаю, я не смогу там прыгнуть. Кто в меня? Один из гранат. Ух ты ж, блин. На крыше, вот он. Я не могу стрелять опять. Да что у тебя за проблемы постоянно? Там до сих пор этот есть. Кто-то на скейтборде гоняет внутри здания. На втором этаже, пошли за ним. Он в другом корпусе. Ходим? Он здесь. Подожди, Паша, он в другом. Вот, я его мочу. Давай, жаль. Снизу? Да. Да, вниз. Его лол хп осталось. Где он? Выбит. Молния. Еще этот меха где-то. Это бот. Все, этот парниша минус. Я забираю у него шотган. Стреляй по нам, с крыши, с этого. Ай, блин. Сейчас. Это наш уже. Да, вижу. Вон они. И здесь еще мех появился. Да что ты будешь делать? Андромеда тут прям под боком. Я прыгать не могу в этой зоне. Надо уходить отсюда. Давайте за здание в этот. За метро. Давайте. За метро уходим. Давайте. Паша. Назад, к нам, Паша, куда ты уходишь? К ним, ты к ним идешь. Он уходит. Уходим в этот вообще, в зону. Уходим в этот. За стейшн, короче. Пусть они к нам идут. А у них снайпер, нет? У них был Винторус, у них был этот, как его, Андромеда. Ребята, хилимся, ищем. Хилки, да, я говорю, в метро идем. Там сторона города, надо там. Да блин, боты, ну что за. Спасибо. Тут залутано. А, ну прекрасно. Ну неужели все залутано прям? Хилок нет. Ну, я тут есть, тут ящики вскрытые, тут лутались уже. Да. Ну, блин. По поводу все, я хз. Да, что-то дом вот этот скрытый тоже. Метро надо смотреть. Метро, парочка. И дропы надо похоронить. А, нет, туда не надо. Блин. Да, дропы, эти ящики вскрыты. Пипец. Дальше уходим. А на пауэрплант, может, сходим? Да, можем пойти, но там мало чего есть. На пауэрплант давайте сходим. Дроп там тоже вскрытый. Надо хоть как-то, блин. Трио. Трио, оп, да. Я иду. Блин, что-то медленно, ребята. Не, все, пульсар бесполезен, короче, стал абсолютно. Трио вышел? Они его окончательно. Вы его выбили? Он выбитый, да. Вон он летит туда куда-то. То здание, за здание залетел. С синей меткой. Блин. Хилок вообще ноль. А, вот здесь вот зона уже хорошая. Здесь? Да. Сейчас залезу. Вот здесь, на втором этаже. Понимаю. Сейчас. Здесь атака есть фиолетовая у бота. Понимаю, сейчас. Блин, хилок. Да, может, второй этаж. Просто? Ну да, по-хорошему надо, я сейчас тоже давай. Зайду. Я прям в окошко запрыгиваю. Я иду. У меня. Все. Викенди. Лутаем нафиг, все лутаем. Так, кто хилки забрал? Поделитесь хилками. Я не забирала ничего. Вообще. Две штуки. Ой, я все скинул. Я тебе обратно отдам. На. Где хилки? Пассивные на... Где активные? Я не вижу. Не, я уже вышел. Я тебе скинул две штуки. А, окей. Чарли нашла. Надо уходить отсюда. Конечно, надо. Хорошо. Поехали в зону, ребят. Давайте, там дроп как раз. Нам на дроп надо. Блин, у меня против меха ничего нет. У меня плазмогант этот бесполезный. Я еду в зону. Я тоже. Помочь чем? Тут бот, Firefox. Не знаю, надо вообще помогать, нет. Все, не надо. Так, хилки пассивные. Одни пассивные хилы, кошмар. Блин. Захиляешься. Реально сложно. О, надо с этих. Короче. Ботов бейте, с них могут хилки выпасть. Это что происходит, алло? Это Вика. Кого? Вика, ты можешь voice off, пожалуйста? Так, еще где-то Влад должен бежать. Они сейчас вылезут. Откуда только? Отовсюду. Так, пассивный хил. Есть. Они с левой стороны сейчас будут. Где-нибудь. Забирай. Большая хилка на нем, Надя. Отлично. Вот здесь, вот. Ага, вижу. Ага. Вот. Так. Да, идут к нам.
под, прям под нами. Вон. Болтус. Болтус, да. А правее второй. Правее Винторус. У меня почему-то не попадает вообще ни один снаряд. Здесь Винторус, а с этой... Вижу. Бля. Я спрыгнул просто случайно. Ничего, так, Винторус. Болтус полудохлый, прям полудохлый, прям башкиляк. А где он? Да-да-да-да, давай. Винторус почти разбитый. Хлам. Не вижу его. Блин, Болтус помогает, загоревшийся. Винторус, жгу, жгу, отлично, все, разнесли обоих. Ловим, уходят. А они где-то я к своим уходят. Даже. Вот они здесь, один здесь, прям на мосту. Один прямо здесь. Я вообще не вижу. Вот, вот здесь. А, вот вижу. Здесь. Последний вот здесь, вот метка. Пипец, что меня так бьет-то сильно? Уходим. Тут первый кор у этого трупа был. А Влад, блин, зона бьет вообще сильно. А кто у них третий-то был, алё? Тут второй кор, если надо. У трупа валяется. Надя, в зону, в зону. Так, тут кто-то на скейтборде едет к вам. Я не знаю, кто это, но... А, вот, да. Подождите, а кто еще у них должен быть? Должен быть Влад, но я его не вижу. Вот я тоже. Зона уже маленькая, он должен быть уже здесь. Может, он застрял там где-то опять. Так, дело в том, что когда я подошла... Ну? Не знаю, я его не добила, Диму, а он сразу вышел. А, может быть. Психанул. Не знаю, начали они отлично, как по мне. Зажимали нас так, не слабо. Потом что-то просто, ну, не повезло, наверное. Так куда ты едешь, парниша? А, ну прекрасно, давай, возьми Фокса. Там, кстати, очень странные дела вышли. Блин. Четвертый сезон. Оура. Что? Смотрел уже? Я уже только начал первую серию, посмотрел минут 5. О, расскажешь? За завтрак. А что рассказывать? Я только за завтраком 5 минут сделал, там ничего пока не понятно. Кроме того, что... Нет. Что? Я уже здесь посмотрю полностью серию. Конечно. Конечно. Полностью сезон посмотрю, расскажу. Но сегодня на работе буду смотреть первые серии, две, думаю. А ты что, смотреть не будешь, что ли? Не, я буду, но... Я сейчас понятно. А, это ты. Это я, это я. Я хотела тебя убить. Поэтому не надо. Мне проще через... Не проблем. Не проблем, я тебе все расскажу. Я люблю спойлеры хотеть. Хорошо. Пускает. Спускается. Ну спускайся, миленькая. Ну давай, ну давай, ну крутись. Блин. Так. Тупая система, то что они никак не могут это решать. Вот добираешься и дерево застреваешь. Дерево застреваешь. Ну это... Пойдем обкачаем. Надя, 90-е. Пойдем порешаем, разрабы, чё кого. Ладно.